писать. Я арт-директор проекта «Янина». Сторителлинг была типа «Янина». Это такая маленькая история о проекте. Идея его заключается в том, что между сильным «я» и сильной личностью публичной есть маленькая крохотная запятая, которая очень тяжело и страшно, но она присутствует. И в логотипе присутствует надком. Это есть японский термин такой, вайбисаби. Это когда они ищут гармонию в несовершенстве. И здесь этот надкол, это история Янины, ее история болезни, которая сделала надкол. Но при этом она ищет гармонию. Гармонию все равно продолжает видеть красоту в этом всем.